МКБ, выходите на трибуны, сидеть будете через 50. Он на вершине, главное, чтобы просто прошло.
Все, все, все. А там еще подышать. Да, темно,
Только аккуратно. Сейчас, сейчас, сейчас. Молодец. Далее, далее. Нормально, нормально, Коль, все правильно. На место. Середину забери. Толя, опустись, там вас Никита пускай начал. 28 секунд, быстрее. 25 секунд. Действия команды. Напомню, в первом матче MetLife уступил гарант Энерго. Оказалось, что может сработать ставка на контратаку, но только в забитии одного мяча это выразилось. Три при этом команда пропустила. Так что 1-3 поражение. И сегодня MetLife пока не набирали. Но есть еще 7 минут для того, чтобы побороться хотя бы за ничью. Лайк уже на площадку выходить не будет. Только две игры есть у них. А этим еще предстоит встреча с Русал. Матч, который обещает быть очень непростым. Команды хорошо друг другу знакомы. Много матчей проводили. Здесь передача не проходит сквозь. Два контратака MetLife и рядом с девяткой мяч сейчас проскочил. Борец с пасом Кардаушевского. Борец показывает, что свободен.
Но Ушевский трех человек обошел и уже пробрасывал мяч в ворот Казанского. Но там опять можно. Все, молодец, забери. Дыши. Достаточно остроумный верховой заброс, немного в точности не хватило. Один. А так бы сразу двух защитников не сделал бы поставить. Все правильно, только аккуратно. Боря! Никита без фолов нападение. Нарушение правил. Мяч не трогай, мяч жопы паузу. Рома! Два! Один! Двигай! Хороший пас, Габарсу на ход. Чуть больше 4,5 минут остается в этом матче. Фоу против борца. Хорошо, Толь, не спеши. Но было видно, что выходит он из подопеки, поэтому пришлось Лавару нас хвалить и Кармен забивает. 2-0. Молодец, Лиши! Закрепляет свое преимущество HSBC. Еще одно нарушение HSBC. Оставшегося времени MetLife нужно принимать срочные меры для того, чтобы возвращать интригу в этот матч. Ставка на контратаку по-прежнему себе не оправдывает. Еще один удар Корнушевского. Головой. Наверное, уж слишком ждал игрок свистка. Приходим подниматься. Еще один угловой. Стандарты для MetLife — это большой шанс. Здесь не нужно комбинациями проходить по чужим воротам. Достаточно сделать одну передачу и нанести удар. Новшевский скорость набирает. Сам себе на тут пробросил. Но уже поле закончилось. И вот здесь, если бы MetLife забил, то впереди у них была бы чистая минута. Еще один забитие, уже счет сравнит. Браво! Давай, давай, давай!
Добивание у Метлайфа 1-2 за 48 секунд до финального свистка. Ну вот и вернули интригу Метлайфа. Интересно, как будет действовать HSBC. Сразу пытались ответить. Вместо того, чтобы тянуть время и делать передачи назад. Под крестовину Карнаушевский мяч кладет, дали ему возможность принять мяч и посмотреть, и удар спокойно нанести. Такие, конечно, не берутся. 3-1. И мяч в сетку попал, я даже выждал паузу для того, чтобы проверить. Вот так последняя минута, 2-3. Рвется в атаку Метлайф. Передача на 10-метровую отметку. Будет контратака HSBC. Отличные передачи вывели к борца. Вот Мак. Заброс сверху, но такие мячи надо брать в руки наверняка. 8 секунд! 8 секунд! Время отведенное на матч закончено. 3-2. Несмотря на споры, все-таки такое.